Всем добрый день, дорогие друзья. День трейдера. Ну, на самом деле, давайте поговорим серьезно, почему есть праздники День строителя, День учителя, и нет праздника День трейдера. Мы абсолютно так же любим свою профессию, ничем не меньше, чем кто-то другой. Абсолютно так же тратим на нее время, абсолютно так же любим ее. Самое главное, хочу вам просто рассказать одну вещь, что я вот в трейдинге 21 год, и я считаю, что это действительно наш настоящий профессиональный праздник. Вокруг трейдинга ходит огромное количество легенд. Кто-то называет нас абсолютно бесполезными людьми, то, что мы не приносим никакой пользы. Я же считаю, наоборот, что польза от нас очень большая. Мы зарабатываем деньги для себя, для наших семей, платим налоги, естественно, это идет в циркуляцию. А самое главное, мы приносим пользу, хоть маленькую, но пользу экономическому развитию того, что мы торгуем. Поэтому, дорогие мои друзья, я хочу всех поздравить с этим праздником, да, с профессиональным праздником День трейдера. Пожелать в первую очередь всем успехов, во вторую очередь, естественно, здоровья, даже давайте так, в первую очередь здоровья, потому что без здоровья ничего нету, во вторую очередь это профессиональных успехов. И я всех поздравляю с Днем трейдера, мы маленькая все-таки, но каста. Поэтому, дорогие друзья, всех с Днем трейдера, всем здоровья, всем удачи, с вами был Александр Герчик, всем всего доброго.